Всем-всем огромный привет! Хочу показать, какие закончились баночки у меня в месяце ноябре. Корзиночка моя наполнилась, и пришло время все снимать и показывать. Давайте я начну с пены для ванны. Это от Avon весенний сад. Очень-очень нежный весенний аромат цветов. В этой пене был целый литр, 1000 мл. Открыта она у меня была в течение года. И вот в течение года я время от времени к ней возвращалась. Ну, было несколько открытых, и вот одна из них очень нравится. Одно деление на одно применение, ну, как бы на одну ванну. Когда в пене 500 мл, то там бутылка в два раза меньше, и там два деления. Вот у меня, по крайней мере, такая норма почему-то получается. Единственная сила есть ума, не надо. Видите, я тут крышку аж так закрывала, видимо, туго, она у меня аж лопнула. Пена отличная, даже когда уже воду спустишь, очень много пены остается в ванной. И аромат держится долго. Нравится. И аромат, ну, очень приятный. Прямо вот весной цветами вот так пахнет. Следующее средство — это Дом Фаберлик. Это средство для мытья посуды. Я не знаю, есть ли кто-то на YouTube, кто еще не знает, что это замечательное средство. Можно мыть посуду как новорожденных детей, так и овощи, фрукты. Я не разбавляю расход. Ну, это все зависит от количества семьи, как часто вы готовите. Поэтому говорить, у меня, например, 2 месяца такое средство, у кого-то полгода, у кого-то 1 месяц. Это все зависит от хозяйки и от расхода, и от количества членов семьи. Артикул 11194. У них уже 4 аромата. Это был яблочный аромат. Классный. Прямо все 4 люблю, и потихонечку их то одно, то второе покупаю, как бы меняю. Хочу показать краску. В этом месяце я покрасила волосы. Краска была от L'Oréal. Кастинг крем глосс. Оттенок 400 каштановый. Краску мне присылала в подарок Викуля Попридухина. Вика, если смотришь, огромное тебе привет и огромное спасибо. Мой натуральный цвет волос темно-русый, и получался, ну, практически черный, и на солнце такой каштановый оттенок отлив дает. Но если вот смотреть просто на волосы, то они кажутся черными. Очень темная она. Вот как на фотографии, я не знаю, мне кажется, может быть, блондинки будут такими вот каштановыми. На самом деле намного темнее. Краска очень экономная, мои волосы до пояса. И одной краски, одной коробки хватает на всю голову. Сначала я окрашиваю корни, и потом уже распределяю по всей длине. Хватает. Ну, волосы не густые. Если бы были густые, конечно, не хватило бы. Хочу похвалить отдельно бальзам у этой краски. Его хватает на 3 мне применения, на всю мою длину. Классный бальзам. Жалко, что эта фирма L'Oréal его не выпускает отдельно. Ну и красить нужно влажные волосы, тем самым, видимо, и экономится краска и распределяется лучше. Замечательная краска, я на нее перешла, наверное, год назад, когда Вика прислала. Мне Вика, еще Юленька присылала, и вот за год я 4 краски истратила. Замечательная, буду теперь сама лично покупать, понравилось, но другую не перейду. Именно когда я начала красить этими красками, у меня перестали сыпаться волосы. Не выжигает. Дальше хочу показать шампунь. Мне его присылала Иринка. У нее интересный ник — Ирина Манинье Еричана. Этот шампунь от Organic Kitchen. Имбирная корона, увлажняющий густой шампунь для волос. Очень-очень приятный аромат. Настолько приятный аромат, что я его буду повторять, если найду в продаже. Мне кажется, ради аромата только стоит его взять и попробовать. Плюс у него замечательная способность промывать волосы. Даже маски я им смывала хорошо. Аромат не остается на волосах, но пока вы их моете, удовольствие получаете огромное. Здесь 100 мл. Иринка мне присылала шампунь вместе с бальзамом. Имбирная корона был бальзам, он закончился. Также она присылала маску «Радужный орех», тоже 100 мл. Она тоже закончилась при
использования этого шампуня. И позднее мне еще Оленька Крюкова, Оль, тебе тоже огромный привет и спасибо, присылала еще одну маску «Радужный орех», и она тоже закончилась. А этот шампунь все у меня был. Он настолько экономный, действительно очень густой, надо совсем немного, промывает голову очень хорошо. Понравился. Промывает до скрипа, без бальзама и маски, конечно, волосы длинные не расчесать. Нужны дополнительные средства. Но сам шампунь мне понравился. Буду повторять, волосы замечательные вот после него. Ну, понравился, в общем. А, про маску в прошлом месяце уже тоже говорила. Маска средняя. Не сказать, что она прямо вау, какой эффект дает. Но немножко увлажняет, немножко смягчает волосы. Ну, такая, знаете, маска на четверку. Вот как бы, если говорить, что у шампуня цена 50 рублей, мне кажется, это дешево, то для маски, в принципе, нормальная цена. Дальше. Давайте я покажу вам вот такой гель для душа. Присылала мне его Леночка Никандрова. Ленусь, тебе тоже огромный привет и огромное-огромное спасибо. Мне так понравился аромат. Я знаю, что в Oriflame есть даже такая водичка. Парфюмерная или туалетная, не знаю, Solar, не знаю, как правильно. Я ради интереса даже нашла ноты этой водички. И поняла, что там цветочно-водный аккорд, входят гибискус и арбуз. Вот когда я прочитала, что это цветочно-водный аккорд, я поняла, что да, вот ощущение какой-то воды есть. И при этом какая-то вот и свежесть, и сладость. Это арбуз с гибискусом, видимо. Приятный, очень приятный, свежий такой аромат. Мне вот какой-то вот утро и пляж почему-то напоминало. Приятный аромат. Я бы его даже и на лето использовала с удовольствием, подошел бы. Дальше. У Максимки закончилась одна из серии Angry Birds. У них обычно птички. И одна свинка зеленая. Это был гель для душа. Яблочный мусс. Пах очень вкусно яблочками. Был такого приятного зеленого цвета. И как в прошлых баночках я говорила, что мы их, эти баночки, дать поближе покажу, не выкидываем, а сохраняем. И потом уже другие средства детские переливаем сюда. Также и эта свинка будет дальше нас радовать в нашей ванной. И мы в нее также нальем следующий гель для душа, чтобы эта свинка осталась в коллекции и красиво украшала полочку. Гель хороший, промывает хорошо. Единственное, что парабены тут СЛС, это, по-моему, все присутствует. Но ребенку уже 10 лет, и поэтому я считаю, что ничего страшного использовать такие средства. Ну, красивый. Давайте здесь поставим, пускай улыбается нам. Следующее средство – это скраб для тела. Присылала мне ее Юлюнька. Юленька, если смотришь, привет. Ты у меня совсем потерялась, я тебя потеряла, поэтому откликнись, не теряйся. Юля присылала мне этот скраб для тела, спелая клубника увлажняющего. Знаете, я как бы всегда считала, что вот это Naturals, оно, ну как мы говорим, баловство. Но он мне очень понравился. Может быть, сейчас период такой зимний пошел. В общем, я его использовала после геля для душа. Эта кремовая текстура очень вкусно пахнет спелой действительно клубникой. Но такой, знаете, какой-то йогуртовый. С песком, мне кажется, сладкая такая вот клубника. Вкусный-вкусный аромат. Даже сейчас рассказываю, слюни градом потекли. У него есть увлажняющий эффект. У меня было такое чувство, что я наношу смываемый кондиционер для тела. Наносите по всему телу. Он не пенится. Кремовая текстура, и в этой кремовой текстуре немножко мелких, как мелкая соль, скрабирующие частички. Ну, полиэтиленовый, не соляной он, а полиэтиленовые частички. И когда прямо руками быстро-быстро свое тело натираете, и потом это смываете, ощущение, что кремовое увлажнение нанесено.
действительно остается увлажняющий эффект, и можно даже не пользоваться кремом для тела. Мне понравилось. У меня еще такой есть ванильный, я уже сама покупала. Буду пользоваться тоже. Понравился. Всегда считала баловством, а тут прям распробовала и очень понравилось. Дальше. От Чистой Линии. Вот такой крем для тела, моделирующий силуэт. Мне его присылала Татьянка. Ее ник Рыжулька. Живет Танюша в Тюмени. Она мне присылала скраб и крем для тела. И скраб был такой, знаете, он такой конкретный. После него малиновая становилась, красная такая, натертая. А потом вот этот крем моделирующий, он имеет охлаждающий эффект. Вот сейчас уже холодно, летом пока я им пользовалась. Ну, то есть он у меня все лето был, вот сейчас. Не каждый раз я его использовала, но раз в неделю точно использовала. И только на проблемные места, где необходимо, что минус 2,5 сантиметра убрать, вот там и наносила. Вы знаете, я потом мерзла. Прямо сижу, трясусь, кофты одеваю на себе. Прямо вот мерзнет тело. Действительно охлаждает. И после вот того разогревающего скраба, который у меня уже закончился, вот этот крем, коже вообще вау, как классно. То есть потом очень приятно было. Если при этом еще и спортзал, и правильное питание, вообще бы цены не было. Но я лентяйка. Я сейчас стараюсь на зиму, как медведь, запастись жирком. Но лучше, конечно, вот эти минус 2,5 сантиметров, даже больше скинуть. Может быть, кому-то не понравится, что здесь вот эфирные масла, он пахнет уже не цветочками, фруктиками, а такими эфирками. И достаточно невкусно. Может быть, даже, я бы сказала, аптечным чем-то, лечебным. Но работает хорошо. Вот этот вот охлаждающий эффект прямо холодит так холодит. С удовольствием буду потом повторять. Единственное, мне нужно мои запасики с кремами немножко поубавить. А потом можно будет и подкупать. Следующее, что у меня закончилось. В хаотичном порядке, девочки, достаю. Я раньше начинала там с больших бутылок. Голова, тело. А сейчас все подряд достаю. От Дом Фаберлик мыло для кухни. Оно устраняет запахи с фруктовым ароматом. Очень мне нравится это мыло. Вообще, если честно, я что-то раньше вот всех больше любила аромат фруктов, яблочек. Но последние месяца три, наверное, у меня только яблочки стоят. Я настолько принюхалась. Плюс у меня было средство для мытья посуды тоже яблочное, что я даже запах перестала ощущать. Надо от него отдохнуть, перейти на другие ароматы. Я сейчас и для мытья посуды другой поставила аромат, и для рук мыло тоже поставила другой аромат. Прямо радостное. Яблочки поднадоели даже. Классное мыло, мне нравится. Запахи устраняет. Кто-то им даже тряпочки стирает. Ну, тряпочки нет, я антибактериальными средствами стираю. Мне кажется, вот тряпочки он как-то не простирывает. Вот. А руки отлично. Еще один крем закончился для тела. А ты фраши. Это мне Жанулечка присылала. Привет тебе, Жануля, огромное. Кстати, кто помнит Жанну, она недавно восстановила свой канал. И можно ее там в комментариях, наверняка она напишет комментарий, найти. Так что, Жануль, спасибо тебе, что ты вернулась. Я очень-очень рада, потому что я твои ролики очень люблю. Уж больно они у тебя интересные. Много заказов, и так прямо разумно и интересно все преподносишь. Ну, давайте к крему. А ты фраше, это яблоко с чем? Карамельное яблоко. Оно сладкое, оно как раз зимнее. Приятный такой, знаете, прям кислинка яблочная серединка пахнет. И мне нравятся от Ифраше крема тем, что они очень нежные, как маслица, и при этом не надо их, вот, знаете, как бывает, мусолишь по коже, никак не впитается. Это легко впитывается, и сразу увлажнение на коже. Его надо было совсем немного, мне его хватило, наверное, месяца два, может быть, даже три, открытое было. Но, естественно, я не им одним пользовалась, потому что где-то антицеллюлитный, где-то другой аромат использовала.
Но этот крем мне очень понравился. Я пользовалась с удовольствием. Вот когда мне Жанна его прислала, я сразу положила в ванну. И вот столько времени я его использовала. Классный крем, очень понравился. Вообще, я уже не раз говорила, что в круглых банках я очень люблю кремы для тела. А вот из таких банок я пользуюсь до серединки, а потом спокойненько начинаю его переливать в круглые банки. Вот. Дальше. Что у меня тут под рукой-то? Ну, давайте от Жанули я далеко не буду уходить. Она присылала когда-то от Планеты Органика стопроцентное вот такое, давайте вот здесь вот покажу, натуральное густое турецкое мыло хаммам. Оно подходит для бани и души, и в него входит органическое розовое масло, йеменская хна и прополис. Давайте я вам покажу, специально немножко оставили, чтобы вам показать. Вот этот листик был на самом верху, и сколько мы черпали, так этот листик у нас до донышка дошел. Вот тут еще на 1-2 раза осталось. Очень экономное. Вот до этой банки у меня муж пользовался только мылом кусковым. Теперь он пользуется только мылом хаммам. Настолько он оценил вот эти вот мыла, ну, как они жидкие, можно сказать, или, ну, в общем, баночные, густые, правильно, да, густые мыла, что вообще цены ему нет. Хочу вам показать, давайте вот так. Прочитайте тут, что написано про него. Классное мыло. Единственный для кого-то плюс, для кого-то минус, это аромат. Пахнет ярко хной и прополисом. Прямо так эфирными маслами. Но это на любителя. У меня одна подруга пришла, говорит, фу, а вторая пришла, говорит, вау, где ты купила? Я говорю, ну вот мне прислали. Но я уже купила точно такое же, нашла, поставила ему в запас. Сейчас вот откроет то, когда этот вот допользует, и будет пользоваться. Поэтому обратите внимание, кого не пугает аромат вот эфирки, мыло классное. Может быть, мужьям понравится. И аромат стоит, вот муж уже вымылся, высох, а в ванной все еще стоит аромат вот этой вот хны, вот этого средства. Скраб. Скраб для тела. Лимонник на сахаре. Я показываю вам, смотри, в этом есть несколько скрабов, несколько еще чего-то. Просто у меня, как у многих девочек, открыто много средств. Сразу хочу сказать, семья 4 человека, поэтому... Ну, 3 взрослых, ребенок и 3 взрослых. Поэтому, ну, если уж закончилось, так закончилось. Этот скраб мне дарила Викуля Попридухина тоже. Это вот все в одной посылке приезжало. Викуль, спасибо огромное тебе и за скраб. Он мне понравился. Он не конкретный, не беспощадный, но при этом, вот если, опять же, энергично так вот массировать руками, я скраб наношу только голыми руками. Никакие мочалки. Когда я на мочалку его наношу, я не чувствую тогда, работает он или нет. Мне кажется, я одной мочалкой езжу по телу. Он не пенится, хорошо скрабирует, средний такой. Аромат, ну, химозненький такой, лимончик. Вот. Ну, как скраб неплохой. Мне понравился. У меня еще есть один такой, мне тоже в подарок пришел от Ксюши Станкевич Морошковой. Он у меня сейчас открытый и начала им пользоваться. То есть так понравился, что точно такой же открыла еще один. Видите, уже почти полная. В этом месяце от кафе красоты вот такой красивенный подарочной коробочки. Это тоже был подарок. У меня много посылок приходит, и поэтому, ну, естественно, я не могу пользоваться тем, что я купила сама, потому что я не успеваю покупать, меня девочки избаловали и очень много дарят. Настюша мне присылала, Настя Гимельштейн, вот такая у нее интересная фамилия, красивая. Здесь было мыло, такое в форме сердечка, оно у меня убрано. Бурлящий шарик, который... имел аромат, ну, знаете, такой
как роза, розы, наверное. Подарочный набор «Романтика». Давайте вот так поближе покажу. И соль. 200 грамм соли было. И в одно принятие ванны нужно 100 грамм. То есть на два раза ее хватило. Соль была вот в таком пакетике. Она была нежно-нежно-розового цвета. Вот как здесь видно. Действительно, на два раза. Аромат приятный, цветочный. Мне кажется, розой пахло. Ну, цветок. Аромат розы такой. Приятненький. Шарик оригинально очень бурлил. Максимка его запускал, ребенок. И этот шарик, видите, он так... Обычно шары просто как-то бурлят, бурлят так вот. А этот медленно бурлил и крутился вокруг своей оси. Вот у нас по ванной так катался, катался. Так интересно. Вот. Вот такая, в общем, была подарочная коробочка. Ну вот мыльцы я спрятала, потому что я мыло люблю. И мыло у меня так и осталось. Спасибо тебе, Настюша, огромное. С огромным удовольствием использовали, понравилось. Дальше. Давайте я вам покажу ампулы. Это уже Викуль Оленевый. Спасибо огромное, привет тебе, Викуль. От домашних рецептов. Эти ампулы я буду показывать также ежемесячно. Они вот такие, всего 8 штук. Это восстанавливающий комплекс для волос, для окрашенных и поврежденных волос. Обещает предотвращать сечение, ломкость, восстанавливать структуру, возвращать блеск. Хорошие ампулы, пользуюсь, ну, к сожалению, не два раза в неделю, как тут советуются, но где-то раз в неделю, раз в две недели. Либо забываю, либо ленюсь. Но на самом деле, мне кажется, они у меня остановили выпадение. У меня была другая, тоже от домашних рецептов, еще один комплекс, также 8 ампул. Это вот Вика мне уже вторую подарила. До этого тоже был подарок. И вот сейчас классные вот эти ампулы. С удовольствием пользуюсь. Ампулу сюда, а это до следующего месяца оставлю. Так, для рук, для ног. Footworks, красивые ножки. Это охлаждающий лосьон-спрей для ног. У меня у мамы часто горят ноги, и даже зимой и летом. Она не может и тапки носить, любит босиком. И прямо в помощь вот такой лосьон. Его хватает очень надолго, он бесконечный. Вот прямо каждый вечер поливаем на ноги, что аж прямо на пол капает. И при этом вот долго-долго, месяца два, наверное, точно используем один вот такой флакон. Классный. Дальше. Для ног. От Санте. Крем релакс для усталых ног. Конский каштан и мята. Тут написано снижение ощущения тяжести в ногах. Вы знаете, я когда его брала на фармакосметике, я думала, будет такой эффект холода. И вот этот эффект будет снимать ощущение усталости. Но нет, никакого холодка не оказалось. Я его наносила просто на ступни и немножко по икрам. Просто, как, знаете, обычный крем. Вот так. Ну, причем слабый. Если у вас проблемные пятки, то не хватит. У меня пятки не проблемные. И вот, как бы, нанес, через 15 минут можно встать, тапочки одеть и пойти по квартире, то есть уже его особо не будет на ногах особо. Ну, впитается, конечно, но такой слабоватый. Ну и аромат, вы знаете, давайте вот так вот прочитаю. Аромат не очень. Тоже лекарством каким-то таким пахнет. Вот. Вот туда вот это вот ментол и эфирное масло. Это действительно так. На чистую сухую кожу нанесите крем-релакс, распределяя от ступни до колен, снизу вверх. Рекомендуется для ежедневного использования. Ну, не знаю, может быть, надо было все-таки от ступни до колен. Я до колен не часто, больше вот как бы сами ступни. Ну, неплохой крем, на четверочку. Вот яркого вау-эффекта я не почувствовала, но в то же время, пока я им 2 месяца пользовалась, я не сказала, что мои ноги стали в худшем состоянии или там сильно их ломило вечерами. Ну, не знаю, как-то вот
Использовала и использовала. Куплю ли еще раз? Нет. Сильно не впечатлил. А может быть, вот если вы кто-то пользовались и почувствовали эффект, расскажите, мне правда интересно. Для рук. Удивительно, но для рук у меня всего 30 мл в этом месяце закончилось. Сейчас тоже крем подходит к концу, но я его не взяла, уже использую до конца. Потом покажу в следующем месяце. Вот такая чудо-клубничка. Приехала ко мне из Нового Уренгоя от Оксаночки Александровой. Ксюш, спасибо огромное. Вообще, вот такие кремы я просто обожаю. Когда вот какие-то... Ну, вот в прошлый раз у меня было яблочко. Теперь вот закончилась клубничка. И остался еще бананчик. Но он у меня тоже в использовании. Закончится, буду грустить, скучать по ним. Вот огромный плюс – это его форма. А крем абсолютно обычный. Немножко химозненькой клубничкой пахнет. Ручки вот, ну, у меня вот такие, они беспроблемные по сути. Но когда я работаю с материалом, с синтепоном, они подсушиваются. И вот каждый день по чуть-чуть, как бы вот эту сухость от материала убирать, он в идеале подходил. А если нужно полечить, и если руки проблемные, то, конечно, это слабое. Ну, крем, ну вот сама клубничка прямо бесподобная. Украшение любой полочки, прямо супер. Жалко, что заканчиваются такие вещи. В этом месяце я сама, вот мною купленного, наверное, 2-3 вещи. Поэтому извините, но я буду дальше привет передавать, спасибо говорить. Леночка Никандрова присылала мне вот такой дезодорант от Oriflame. Ну, как я поняла, тут 24 часа защиты. Мне он понравился. Я его единственное использовала сентябрь. Октябрь, ну, не сентябрь, ну, как, в общем, весь октябрь, начало ноября и конец, наверное, сентября, как бы вот так, 2 месяца он у меня был, он меня не подводил, в жару я его не пользовала, а вот в эту погоду, в осеннюю, использовала, понравился, не подводил, аромат средний, не скажу, что прям вау, приятный, ну, вот, средний у меня. Максимка настолько привык, что пользуешься такими средствами, и он когда нюхает, он все время говорит, подмышками пахнет. Не подмышки дезодоранту, а дезодорант подмышкой. Поэтому я когда дезодорант держу и что-нибудь про них говорю, мне сразу смешно становится, я сразу думаю, подмышками пахнет. Вот. Ну, приятненький такой, вот. Единственный аромат на любителя, обычный. Но этот аромат, он не перекрывает парфюмы, то есть его вообще не нанес и забыл про него, чтобы его там ярко слышать, нет. Обыкновенный такой, как, опять же, говорят, рабочая лошадка, вот. Дальше. Далеко от парфюмов не уйдем. Спрей. Маракуйя пион, это тоже Викуля Попридухина мне присылала. Видите, сегодня у меня от Вики сразу несколько средств. Викуля, спасибо тебе снова. Соблазнительный маракуйя пион. Мне нравится этот лосьон, спрей для тела, тем, что он имеет аромат туалетной воды. Нежный аромат цветов и фруктов. Как домашний аромат, для меня он просто бесподобен. И я люблю таким, меня не подсушивает кожу тела. Тут многие переживают, что спирт, так как я постоянно использую кремы для тела, и мое тело всегда увлажненное, напитанное, и поэтому люблю на голые руки ноги вечером. И когда в кроватку ложишься, от тела вкусно-вкусно пахнет вот таким ароматом. Так что, Викуль, спасибо, тратила с огромным-огромным удовольствием. Хватило, наверное, на полгода. То есть не часто, но вот оно у меня все лето стояло и почти всю осень. Чуть-чуть осталось на донышке. Как, я все вспоминаю, как мне девушка написала. Вот когда ты говоришь, чуть-чуть осталось, это ты выклянчиваешь. Что, обратите внимание, у меня чуть-чуть осталось, мне надо уже подарить такое средство. Ладно, пишу так. Мицеллярная вода, это тоже привет. Привет Викуле Михайловой. Спасибо тебе, Вика, огромное на самом деле. Классная вот эта мицеллярная вода 3 в 1 от чистой линии. Я показывала, когда снимала ролики, все свои тени, все свои помады. Именно эта мицеллярная вода меня выручала. Все сводчи и косметичку месяца снимала. Все прекрасно она очищала.
И, ну, естественно, кроме сводчей, я еще смывала ей глаза. Глаза она не щипит, смывает неплохо. Даже одна девочка мне написала под роликом, что это единственная мицеллярка, которая ей не щипит глаза. То есть, которая без проблем смывает весь макияж. Для цены качество высокое. Ну, скорее всего, есть и лучшие. И вот я знаю мицеллярки, которые были прям на раз-два, смывали глазки. Ну, вот хорошие. Прямо отличные средства. Понравилось. Спасибо, Викуль, с удовольствием. Это я не выкидываю. Это я допользую. Просто осталось на пару-тройку дней. Сейчас покажу, чтобы уже потом использовать, выкинуть. И не стояла целый месяц, чтобы она не лежала в корзинке. И еще одно средство покажу. Тут тоже прямо вот на донышке вот так вот болтается. Это мне Жануля присылала. Написано: идеальное средство для снятия макияжа с глаз. С органическим экстрактом огурца. От органик. Не буду дальше читать. Вы знаете, вот тут они наврали все. Это хорошее средство для снятия макияжа с лица. Вот тональное средство, оно смывает хорошо. Идеально. А вот с глаз вообще не смывает. Эффект панды делает, то есть все, что есть на глазах, оно уплывает под глаза и с глаз не смывает. В течение 2-3 месяцев я прекрасно умывала им лицо. Тональные все средства смою. Это оно смывает, хорошо работает. Вот, поэтому, Жануль, огромное спасибо. Это, считай, 3 месяца я без проблем лицо у меня было чем умывать и чистить. Так, куда? Давайте вот сюда. Не упадешь? Здесь мыло. Вот такое фигурное мыло, губка Боб, квадратные штаны. В этом месяце ушло в мыльницу. Форма губки Боба желтая. Если вы думаете, как я смогла, как у меня рука поднялась мыло положить в мыльницу, поднялась, потому что Катюшка Потякова мне прислала точно такое же новенькое. А это у нас было потертое с ценником, который я не могла оторвать тут посередине. Но у нас теперь в запасиках красивый новенький кусочек от Катюшки. И мы решили этого губку с огромным удовольствием положить в мыльницу. Вот здесь написано, что это детское мыло. И как здесь написано, в 2 раза больше пены. Да, действительно, это так. Хорошо оно мылится, не размыливает, ну, не разжижается вот в мыльнице. В хорошей форме остается кусочек. Понравилось очень. Аромат приятный, такой фруктовенький. Только я так и не поняла, бананом или лимоном пахнет. Ну, чем-то вот таким вот. Конфетным. Дальше. Ну вот еще один хочу показать, боевой шарик от кафе красоты тоже. Это из боевой посылки, которая приезжала тоже из Тюмени, уже от Оленьки. Спасибо, Оля, огромное. Вы знаете, в той посылке у нас протекла пена, и все было в пене. И этот шарик, он не пострадал. То есть вот настолько хорошо упакован был в слюду, что я его промыла под проточной водой, пену смывала. А шарик внутри не пострадал. Классно бурлил. Вообще от кафе красоты шарики очень хорошие. Ну и ароматные. Так что, Оль, спасибо тебе огромное. Это хорошее средство. С удовольствием Максимка пользовался. Еще хочу показать от Colgate. Это зубная паста, алтайские травы. Хорошая зубная паста. Вообще паста от Colgate люблю. Они у них разные. Вот это была чисто зеленая. Сейчас мы пользуемся наполовину зеленой полосочку. Белые и зеленые полосочки. По-моему, тоже какие-то там травы и отбеливающий эффект еще добавлен. Хорошая паста, понравилась. И свежести достаточно, очищения достаточно. И при этом нету вот какого-то сильно термоядерного какого-то эффекта. Наверное, последние 2 средства. Если вы устали, потерпите, еще 2 средства осталось. От Планеты Спа у меня вот такая маска-пленка была. Ну, так она мне понравилась. Она была прямо белого цвета. Ее в этом саше было так много. Это тоже от Леночки Никандровой.
Я уже показывала от Леночки гель для душа. И от Планеты Спа была маска. Очень понравилась. Пленка хорошо застывала, потом я ее отлично сняла со всего лица, и ощущение было, вот, что как будто я, знаете, кожу снимаю. То есть очищение было хорошее, лицо как у младенца, нежное-нежное, мягкое-мягкое прямо стало, очень понравилось. Прям классно. Я редко-редко пользуюсь масками-пленками, у меня их практически нет. Но тут прям такой эффект классный, что я захотела маску-пленку себе еще какую-нибудь купить, чтобы у меня было. Ну и последнее. Хочу показать последнюю маску. Это от Оленьки приехала, тоже от Оленьки Крюковой. Вот такая маска, 3D эффект. Давайте я вам ее покажу. Специально сохранила. Вот такая киска. Тут ротик. Киска только до носика доходила. Ну, в общем, лежала я вот такая красотуля. Смешная. Хорошая вот эта маска. Давайте мы с вами посмотрим, что здесь написано. Тоже так поближе покажу. Вот. Неплохая маска. Мне показалось, что всего понемножку она дала. И увлажнение дала, и немножко питания дала. Тут написано, что подходит... В общем, кожа эластичная, увлажненная и сияет здоровьем. Да, вот, я говорю, всего понемножку. Вот у меня именно такое ощущение было, что немножко напитала, немножко увлажнила, немножко вот какой-то свежести добавила. Приятная, ну и плюс позитива она добавила, потому что настолько приятно было в этой мордочке лежать. Ну, я сама мордочку не видела. Когда я належалась, я пошла в зеркало посмотрелась. Вот. На этом все. Вот такие были баночки. Их уже слишком много оказалось. Я думаю, что пора от них избавиться и начинать копить новые. Если я была полезна, я рада. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел до конца. Всем до новых встреч и всем пока!